Шахматы, Андрюша в изоляторе. А, она в шахматный клуб побежала. Ребята, быстренько несите стулья. Осторожнее, осторожнее. Часы не разбейте. И шахматы не рассыпайте. Так, на раскладе. Осторожно, осторожно. Так, сюда. Так, расставляйте. Так. Евгения Александровна. Что? А как же Андрюша Попов? В изоляторе он же болен. А можно я его навещу? Не надо, я сама. Скорее, 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 ребят. Алеша Ягунов, ну в чем дело? Так, стало быть, Попов. Ну, с Попов, а как тебя зовут? Андрюха. Как-как? Андрюха. Не закрывай рот. Андрюша. Так, у меня было два знакомых Андрюши Попова. Один из них генерал, другой народный артист Советского Союза. Ладно, ложись и укройся хорошенько. Должен вам сказать, что у тех моих знакомых Андрюшей горло значительно лучше, чем у этого. Не очень хорошее горло. Скажите, доктор, я могу завтра встать? Сомневаюсь. Температура 37,8. Но завтра же приезжает гроссмейстер Карпов, чемпион мира! А вы, молодой человек, мечтаете стать Анатолием Карповым. Анатолий Евгеньевич Карпов неповторим. Евгений Александрович, что такое? Это же невозможно, чтобы Андрюша завтра не играл с Карповым. Ну да, у него же ангина. А вдруг он выздоровеет? За одну ночь. Да, к нему доктор пришел. Говорите с ним. Хорошо, я попозже зайду в изолятор. А я сейчас. Вот это вы выпьете перед сном. Мой новый знакомый Андрюша Попов. Вот возьму и выброшу все ваши склянки и банки. А тогда мы вас положим в больницу, молодой человек. Где мой портфель? Вот, пожалуйста. А, благодарю вас. Ну что ж, до свидания, товарищ гроссмейстер. До свидания. Ушли! Ушли! Давай! Ну что он сказал? 37,8.
37,8? Вот это жар. Да, это ты наколдовала, говорила, заболеешь, заболеешь, если снег с сахаром будешь есть. Вот я и свалился. Слушай, у тебя действительно жар. Я говорила это зимой, а ты заболел летом. Думать надо, прежде чем говорить. Ладно, давай лучше в шахматы сыграем. Ходи белыми. Я не умею. Как? Не умеешь? А для чего же ты столько времени толчешься в шахматном клубе? Я за тебя болею. Нет, я вообще за всех известных спортсменов болею. Хотела даже шахматной принцессой нарядиться, но подходящего костюма не нашла. В шахматах принцесс не бывает. Пора бы знать, болельщица. Подумаешь? Конечно! Тут надо думать. Это тебе не в подкидного дурака играть. А давай сыграем. Я вообще не признаю карты. Вот шахматы — это настоящая игра. Ку-ку! Кто там? Андрюшке можно? Давайте, заходите. Привет. Чего это вы сюда пришли? Мы пришли тебя навестить и развлечь по решению совета отряда. Глава, отойди. Мы не должны к нему подходить, чтобы не заразиться. У Андрюши болезнь не заразная. Он просто простудился. Лови. Что это? Это мы для тебя собрали. Там печенье, конфеты и помидор. Помидор? Ого, какой. Люба, ну-ка поколдуй, чтобы он стал волшебным, и я поправился. Помидор, помидор, вылечи Андрюшу. Завтра в лагере турнир, быть ему там нужно. Цыганка. Ни складушки, ни ладушки. Ну ладно, лишь бы помогло. Ребят, расскажите что-нибудь веселое. Как это ужасно, что ты заболел. Мне тебя очень жаль. Мне тоже что-то не здоровится. Кажется, глотать больно. Кажется, немного больно. Пошли, Клава, отсюда. До свидания. Отправляйся. Трусы! Что ты наделала? Я нечаянно. Я же не хотела. Вообще, неуклюжая. Нарядилась еще цыганкой. Слонихой лучше бы нарядилась. Не хватает белого короля и черного ферзя. Наверное, под кровать закатились. Еще двух офицеров не хватает, черного и белого. В кровати ничего нет. Не умеешь ты искать? Куда ты? У тебя же завтра ответственный матч с самим чемпионом мира. А ты раскрываешься. Вот не поправишься за ночь и не будешь играть с Карповым. Вот выпей-ка лучше. Что это? Не бойся, не отрава. Не хочу, не буду пить! Выпей и заешь помидором. Он теперь волшебный, и ты скоро поправишься. А может, лучше помидор без лекарств нельзя, не подействует. Пей. Вот, молодец. Ну ладно, раскашлялся тут. Накройся потеплее и постарайся заснуть. И завтра ты будешь совсем здоров. Замучили совсем здорового человека, уложили спать, напоили какой-то гадостью. Нет, с девчонками дружить невозможно. Не надо его будить, он же спит. Жаль, конечно, что он заболел. Ему так хотелось встретиться за доской с самим чемпионом мира. Да у него без вашего чемпиона мира голова занята бог знает чем. Весь день сочиняет какие-то стихи, потом все время играет в эти шахматы. Но он же лучший шахматист лагеря. А что, если завтра у него не будет температуры? Вы можете потихоньку от врача выпустить его? Да вы, голубушка, понимаете, что вы говорите? Но такой случай бывает раз в жизни. Ну, идемте, идемте. Thank you.
Понятно. Защита каракан. Блокада изолированной пешки. А если жертвой качества я получу темп? Зачем рыдать? Зачем стонать? Я устала ждать. Когда же это кончится, а? Я делаю все возможное. Шахматы? Карты? Что говорят, когда уходит день, калитку добрых снов? Спокойной ночи. Спокойной ночи. Только не забудь, чтобы нам не заблудиться где-нибудь. Бродит по небу невидимый фонарщик от звезды к звезде. Нас этот дальний путь поймем в конце концов. А если в сказку? В этой старой сказке будет смех и плач, переулки страхов и тропа удач. Странный принц и злая дама в доброй маске, и король, и шут. Мы здесь одни. Мы все как будто в сборе. Тут все свои, здесь посторонних нет. Друзья мои в отчаянии и горе, я пригласил сюда вас на совет. Мой бедный сын чихает тяжко, боль. О, бедный принц! С постели не встает он много лет. Так ему надо. Кто вы? Тихо. Есть. Уйдем.
Фу, как противно пропах весь дворец лекарствами. Воздух просто отравлен запахами мази и микстур. Слушай, сегодня утром шла на работу мимо королевской гостиницы. Так все номера заняты приезжими лекарями. И представь, каждый предлагает свой метод лечения принца. Ой, когда же его наконец вылечат? Ты лучше скажи, когда его вконец залечат. А помнишь? Нет, ты помнишь, какими дивными духами душились наши дамы? А теперь от них пахнет нафталином, нашатырным спиртом. А музыка? Мне кажется, что я сойду с ума от тоски. А ведь когда-то я была такой веселой пешкой. Да. А как было светло и красиво в нашем дворце. Кругом стояли живые цветы, а теперь бумажные. Ах, как мне хочется потанцевать. Эх! Да ты что? Ты что делаешь? Ты знаешь, что тебе за это будет? А, мне все равно, мне все равно. Ты погубишь себя. Прекрати сейчас же. Чудесно, в то время как король плачет от горя, а наследный принц борется со своим недугом, когда все повергнуты в печаль, слуги осмеливаются танцевать. И где? В королевских покоях. Не губите нас, господин Крибелло. Я вот велю наказать вас, несчастные пешки, и вы никогда не станете настоящими фигурами. Но-но-но, не очень-то здесь козыряйте. Ваша колода еще не у власти, а вы всего-навсего министр без портфеля. Как вы смеете? Это же указующий перст. Где мой портфель? Опять бестолковый патиссоник где-то оставил свой министерский портфель. А, ты был совсем его потерял однажды. Где мой портфель? Где мой старенький, заслуженный портфельчик? Ну что вы стоите? Ищите! Где он? Ой, кто это? Ой, какая неприятность. Ну как вас угораздило? Если бы у вас было столько неприятностей, сколько у меня, вы бы не удивлялись. О, да вот же он, ваша шахматная светлость. Вот он. На-на! Куда? Ну да, лучше на него сесть, надежнее. Так. Вот он. Заболел. Околел. Окривел. Ел. Мил. А что, у короля опять застряла рифма в горле? Ну да, с тех пор, как заболел принц Чихалия, с королем это случается. Все чаще и чаще. Околел, окривел. Вот эта рифма самая подходящая. Окривел. Портфельчик будет мой. Кого любить, каких бежать забот? Что будет завтра, счастье или горе? А я раскину карты вам и вскоре всю вашу жизнь узнаю напролет.
давайте сговоримся и не будем растрачивать талант по пустякам. Приятно делать гадости приятным людям и скучно строить козни дуракам. Своих друзей обманывать, мой друг, научитесь вы поздно или рано. Наука злокоранства и обмана куда занятнее всех других наук. Давайте сговоримся и не будем растрачивать талант по пустякам. Приятно делать гадости приятным людям и скучно строить козни дуракам. Ку-ку. Боже, где вы пропадаете? Я устала ждать. Даже карты не говорят мне правду. Ай-яй-яй. Столько лет я жду, пока вы уморите наследника. Дождетесь, что я вас заменю валетом другой масти. Ой-ой-ой. Очаровательный Двулич, а вам карты не говорят, что я придумал такой режим для принца Чихайи, что он через месяц загнется? Обещаю вам портфель первого министра при моем дворе. Очаровательная Двулича, в самом недалеком будущем вы, прекрасная дама Треф, вы поставите на колени всю шахматную партию. Ух, эти шахматы, как я их ненавижу! Какой же режим вы придумали принцу? А я пишу для него новую рассказку. Какую? Убийственную! В стихах. Что делать нам? Как нам дитя спасти? Как вылечить, чем облегчить страдания? Он похудел, он перестал расти. О, слабое, несчастное создание! Зачем рыдать? Зачем стонать? Слезами принца не поднять. Бедняжка принц, он тает с каждым днем. Я дни и ночи думаю о нем. Я слышал, был консилиум с утра. Что нового сказали доктора? Всезнающий профессор Медикпат. Он, кажется, гомеопат. Вы можете Криэлла продолжать. Больному прописал, не двигаясь, лежать. Лежать в тепле от грелок и свечей, но только не от солнечных лучей. Должны висеть портьеры на окне. Он должен слушать только о войне. Рассказы о несчастьях, о беде, об ужасах, о синей бороде. Он должен плакать, плакать, а не быть. Такой режим не может не помочь. Да он и так все время плачет, и я хотел бы знать, что это значит. Чем больше слез, тем больше облегчение. В слезах и заключается лечение. Принц должен выплакать наружу все бациллы. И лишь тогда к нему вернутся силы. Любя
грязной патиссоне ваше мнение? Не следует ли изменить лечение? Мне кажется, среди лечений всех отсутствует одно здоровый смех. Когда-то принц был весел и здоров. Он мог, как все, шутить и веселиться. И нам не нужно было докторов выписывать ему из-за границы. Я видел, как смеялся принц во сне. Проснувшись утром, он заплакал снова. И в слезах он сам признался мне. Он мне сказал, как хочется смешного. Я утверждаю, принцу нужен смех. И мой рецепт испробовать не грех. Я так устал, что я на все согласен. Не будет ли для принца смех опасен? Он вызовет икоту, и тогда, возможно, всякая беда. О чем вы спорите? Довольно пререканий. Вы мне верны, и цель у нас одна. Здоровый сын, венец моих желаний. Я слаб и стар, замена мне нужна. Кому доверю я вступить в права наследства? Сейчас готов я на любое средство. Пусть будет совесть у меня чиста. Где шут Гороховый? Отзвать сюда шута! Смех все же вреден, надобно признаться. Мне больно даже улыбаться. Встань, старый шут, передо мною, как раньше, честно послужи и выкинь что-нибудь смешное, свое искусство покажи. Это вовсе не смешно, на это улыбнуться-то грешно. А чем еще ты мог бы удивить? За столько лет я все успел забыть. Когда врачи смеяться не велят, и только тихий вздох живет в гортани, когда любая радость не в попад, а злая шутка музыки не пара, когда печальны дети и гитары, должно быть, кто-то в этом виноват. Когда печальны дети и гитары, должно быть, кто-то в этом виноват. Конечно, ни при чем, ведь мы добры и славы не забыты. Но кто-то третий прячет под плащом какие-то коварные заботы. И кто-то сам не любит нас, и кто-то размахивает крошечным мечом.
Кто-то сам не любит нас, и кто-то размахивает крошечным мечом. Ушли. Ильича жил высокий гражданин по прозванию Каланча, по фамилии Степан и по имени Степан из районных великанов. Кто там поет? Что там могло случиться? Кто нам мешает? Грустно веселиться. Я слышу смех. Я слышу громкий смех. Ничего. Что там за смех? Узнайте, что за хохот. От смеха принцу станет очень плохо. Ответьте королю тотчас. Что там произошло у вас? Какая-то фигура странной масти, не признавая королевской власти. Замешить толпу, и я боюсь, что сам я тоже рассмеюсь, что сам я тоже рассмеюсь. Прилетив смертный шахматных квартала, хохочет так, как некогда бывало. Уважали дядю Степу за такую высоту, шел с работы дядя Степа, видно было за версту. Лихо мерили шаги, две огромные ноги, 45-го размера. Покупал он сапоги, покупал он сапоги. Он разыскивал на рынке величайшие ботинки, он разыскивал штаны небывалой ширины. Купит горе пополам, повернется к зеркалам, вся портновская работа. Разъезжается по швам, разъезжается по швам. Летел во двор, лай собаки поднимали, думали, что лезет вор. Брал столовый дядя Степа, для себя двойной обед. Спать ложился дядя Степа, ноги клал на табурет. Ему в кино говорили, сядьте на пол, вам, товарищ, все равно. Но потом в стадион проходил бесплатно, он пропускали дядю Степу. Думали, что чемпион, думали, что чемпион. Сейчас отчиться не легче, вот беда. Схватить его и привезти сюда. Слушаюсь. Мантию. Странно, как эта посторонняя фигура проникла к нам. В страну игр. Вот если бы карты были у власти, такого бы никогда не случилось. Да. Ваше Величество, прекрасная мантия. Вот он, Ваше Величество. Кто ты такой? Как ты сюда проник? Как смел ты рассмешить три шахматных квартала? Я-то самый обыкновенный советский школьник, ученик 5-го Б-класса. А вас я знаю.
Вы шахматный король. Мы с Любой вас искали. Куда вы пропали? Мы думали, что вы под кровать закатились. Я повторяю все сначала. Как смел ты рассмешить три шахматных квартала? Я же сказал, неужели непонятно? Его шахматное величество, король Унели VII, вас не понимает. Как вы попали сюда? Как вас зовут? Меня зовут Андрюша Попов. Я был болен. Доктор дал мне выпить что-то очень невкусное. А Люба рассыпала шахматы. Вас и вас мы не нашли. А потом я заснул. Увидел вас и вот их. Вы стояли вчетвером. А потом какой-то странный шут спел мне какую-то непонятную песню. И я сразу оказался в каком-то скучном месте, где никто не улыбался. Мальчик бредит. Он, наверное, болен. Надо его срочно выслать из королевства. Попробовала я рассказать смешную историю про дядю Степу, как вдруг меня схватили и привели сюда. Вот так я и оказался у вас. Наверное, я сплю и вижу все это во сне. Понятно? Вполне. Однако наш король туго соображает, когда говорят грубой прозой. Ты пока постой спокойно, я сейчас ему переведу. Ваше шахматное величество, он человек, он мальчик, ученик 5-го Б-класса. Знаю. Был болен он, заснув, увидел сон. Во сне попал к нам в королевство он. Печальные, увидев всюду лица, он захотел повеселиться. Мне кажется, что знает он едва ли о нашем горе и печали. Раз чужеземец рассмешил народ, быть может, он и сына мне спасет. Как можно допускать больному шарлатана? По меньшей мере, это странно. Принц нездоров, серьезно нездоров. Консилиум придворных докторов. Я слышать не хочу о медиках придворных. Их знания не стоят ничего. Я болен сам от их советов вздорных. Вот кто спасет чихалью моего. Я буду у себя в опочивальне. С известием пришлите мне гонца. О, тяжкий рок, нет ничего печальнее. Седого, одинокого отца. Зачем вы терзаете короля своими глупыми советами? Не ваше дело. Вы даже не проверили вот этого школьника. Хватает на улице первого встречного поперечного и поручает ему лечение нашего драгоценного наследника. Тихо-тихо, что это значит встречного поперечного? Я пионер, а лечить я все равно никого не буду. На это есть доктора. Правильно. Идем, тебя просил сам король. Я королям не подчиняюсь. Сейчас же его выкинем за ворота. Куда вы меня тянете? Куда вы меня гоните? Уберите его отсюда. Ишь какие. Я вам приказываю. Как вы смеете приказывать? А что? Вы пока валет без портфеля. Покажи портфель. Зовите. Противный школьник. Вот, Кривела, не видать вам этого портфеля, как своих ушей. А все-таки вы его уронили. Ну это, знаете, плохая примета. Да. А я шахматный офицер. В приметы не верю. Не верите, потому что вы глупый. А вы? Подкидной дурак. Подкидной дурак. Молодец, Андрюша, подкидной дурак. Ох,
что я сделаю с этим школьником из 5 Б? А почему мы не прогоните карты? А мы не можем, они разрешены. У Нейлио II, прадедушка нашего короля, решил объявить войну всем азартным играм. Ему удалось прогнать Каргану, главную заводилу. Но в самый ответственный момент, когда он выступал с воззванием к пешкам, у него застряла рифма в горле на слове «железо». Он поперхнулся и попал в безвыходное положение. Получил мат? Нет, только пад. Вот тогда и пришлось пойти на попятную с картами. А чтобы избежать дальнейших неприятностей, пришлось издать словарик со всеми возможными и невозможными королевскими рифмами. На всякий пожарный случай я ее всегда ношу с собой. Что? Где мой портфельчик? Вы его где-нибудь оставили? Вспомним. Когда выходили из тронного зала, он был под правой мышкой. Да. А потом выходили по парадной лестнице под левой мышкой. Да. А потом мы еще куда заходили? Мы заходили. А, Андрюш, вы думающая личность, вы умная личность. Именно там я и оставил его висеть на гвоздике. Я такой рассеянный. У меня там письмо, которое не могу отправить 2 недели. Кому же? Моему родному дяде Универу. Замечательный старик. Он все на свете может сделать. Да, на всякий случай, запишите его адрес. Он вам может понадобиться. Нет, я запомню. Да? Конечно. Ну, хорошо. Значит так, Северный район, гора Каракан, обсерватория, магу универ. А ну повтори, да. А ну повтори. Пожалуйста. Давай. Северный район, гора Каракан, обсерватория, магу универ. Вот здорово, мне бы такую память. Умница, у нас большое горе. Принц очень болен. А что с ним? Болен, его надо развеселить. Пойдем, я тебе покажу дорогу. Какую игру сорвал нам этот паршивый мальчишка? Я обыкновенный советский школьник. Не волнуйтесь, Двулич. Ничего страшного пока не случилось. Не случилось. А если принц выздоровеет? Он сядет на престол. А куда сяду я? О, пожалуйста. Ой, это дурная примета. А кто вы? А я знаю, кто нам сможет помочь. Кто? Моя родная троюродная тетка. Какая еще тетка? Настоящая ведьма. Она сейчас на пенсии и пишет мемуары. Ей на днях, как раз кажется, исполнилось 205 лет. Ой, какой она была прекрасной ведьмой. И вообще в роду у нее колдуны, лешие, домовые, все прекрасные специалисты. Короче. Ей по наследству достался волшебный кисет с табаком. Кто же она? Каргана. Каргана? Дама Пик. Она? Вызывайте ее срочно, немедленно. Сегодня же ночью вызову ее по прямому беспроволочному телефону. Еще неизвестно, кто победит. Шахматы или мы? Карты. Смех или слезы? Скорей задернем занавески, захлопнем двери и там, и тут. Скучать и некогда, и не с кем, не то другие обойдут. Ваше предложение, господин валет. Пиковая дама и кисет. Вашей даме 200,5 лет. О, но зато какой авторитет! Как я хочу надеть корону, она придется мне как раз. Как я хочу стоять за троном, мечтать о вас, служить при вас. Только как же одолеем принца мы? Наши сказки детская игра. Вызывайте тетю из провинции. В старой школе были мастера. Только как же одолеем принца мы? Наши сказки детская игра. Вызывайте тетю из провинции. В старой школе были мастера. Пиковая дама и кисет. Пиковая дама и кисет. Пиковая дама и кисет. Пиковая дама и кисет. Это не то. Это уже было. Это тоже было. Чем же его напугать? Что у вас, двойка пик? Конан Дойль.
Убийство в Эбби Грейдж. А что у вас? Ужасы расщелины голубого Джона. Но это слишком сложно для принца. Что-нибудь попроще. А вот, пожалуйста, о страшилищах. Ага-ага. А это страшно? Очень страшно. Чудовище! Хорошо. Вида ужасного! Вот это другое дело. Схватили ребенка несчастного. Так, это хорошо, это подходит. Пожалуйста, печатайте быстро. Чудовище! Вида! Прекрасно, ой, ужасного. Восхитительно. Ужасного. Гороховый. Новая рассказка для принца. 1202. Про утопленника. Я больше не могу. Слушайте, у меня уже волосы шевелятся на голове от ваших рассказов. Это про другое. Про какое? Про самое страшное. Ну, Финн же опять будет плакать. Чем больше слез, тем больше облегчения. В слезах и заключается лечение. Я скоро сойду с ума от этих рассказок. Я же был... Я был веселым, игривым, нормальным шутом. Ведь прежде, когда меня слушали, когда меня смотрели, все со смеху катались по полу. А теперь... Все-таки придется подыскать мне работу по моей прямой специальности. Чудовище вида ужасного схватили ребенка несчастного и стали безжалостно бить его, и стали душить и топить его, в болото толкать комариное, на кучу сажать муравьиную, травить его злыми собаками, кормить его тухлыми раками. Кажется, мне уже начинает мерещиться. Тебе показалось. Читай дальше. Тут ночь опустилась холодная, завыли шакалы голодные, и крыльями совы захлопали, и волки ногами затопали, и жабы в болоте заквакали, и глупые дети заплакали. Взмолился тут мальчик задушенный, с собаками злыми укушенный, запуганный страшными масками и глупыми детскими сказками. Помилуй меня, о чудовище, скажу я тебе, где сокровище зарыто наследство Стружкина под камнем на площади Пушкина. Кто кричит из темноты? Т.
ты. Кто передразнил меня? Я. Ну да, так это же эхо! Я так и думал. Ловко я вас разыграла. Чего вы боитесь? Я Андрюша Попов. Слушайте, что это вы ему читали? Как? Что? Вот я и спрашиваю, что вы ему читали? Это же 1202-я рассказка Кринелла. Он же сам их сочиняет и меня заставляет читать. Чудовище вида ужасного. Схватили ребенка несчастного и стали безжалостно бить его. И стали душить им и топить его. Я боюсь. Браки? Это Кривилла переписывает из других книжек. Типичный плагиат. Что-что? Что такое плагиат? Это все равно, что я переписываю сочинение у соседа по парте. Что ты наделал? Это же единственный экземпляр! И автор Кривеллы убьет меня! Я сам поговорю с этой Кривеллой. Да, как быть с новеллой? Не знаю. Ну так как, принц? Чем же ты болен? Боюсь, шагнуть боюсь, я в темноте лежу. Я не играю, не смеюсь, гулять не выхожу. Я стал уже похож на тень и плачу целый день. Это бывает, когда перезанимаешься. Да. Когда перезанимаешься, бывает. У нас вообще не занимается. Как? Совсем не занимается? Необразованный, значит? Да еще и больной. Ну-ка, открой-ка рот, высуни язык и скажи «а». А. Язык не обложен. А. Горло в порядке. Да температуры нет. Да он симулянт! Что-что? Что такое симулянт? Симулянт – это человек, который притворяется больным, чтобы не ходить в школу. А вашему принцу надо уже было давно встать с постели. Почему? И вообще, почему у вас так мрачно и душно? Не открывайте! Я боюсь, нельзя, сквозняк, я простужусь. Чепуха! Весь ваш дворец надо хорошенько проветрить! Апчи! Мне вреден белый свет. Ой, колит бок, ой, пульса нет. Спасите, я умру сейчас. Лекарства, умоляю вас. Никаких лекарств. Давай, будем делать физзарядку. Зарядка? Как это понять? Что заряжать? Куда стрелять? Стреляет и заряжает только на войне. А это совсем другое. Я сейчас тебе объясню. Ну, давай условимся. Не говорить в рифму. А как же нужно говорить? Ведь я хотела. Стой, ну зачем же вторую строчку? Сейчас скажешь благодарить, и стихи получатся. Я постараюсь, я готов. Я только очень не сдав. Болен. Молодец, ты понимаешь прозу? Пошли делать физзарядку. Снимай рубашку, пусть дышит тело. Я не могу. Чего ты стесняешься, как девчонка? Принц, без рубашки, это, ну, это не позволяет воспитание. Ну ладно, вы умеете играть? На чем? На каком-нибудь музыкальном инструменте. Ну, конечно. Сыграйте нам, пожалуйста, что-нибудь веселенькое на 4/4. На 4/4 веселенькое. Свистеть нельзя, нельзя. Время, пока принц болен. Да ни капельки он не болен. Сыграйте, пожалуйста. Руки по швам. По швам? Пожалуйста, повтори за мной. Пожалуйста,
Начинай! Стой! Раз, два. Теперь упражнение. Руки к плечам. Встать. Руки вверх. Встать. Через сторону вниз. Начинай! Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Веселей! Достаточно. Следующее упражнение. Руки перед грудью. Встать. Рывки. Начинай! Раз, два, три, четыре. Следующее упражнение. Руки на пояс, да? Приседания. Начинай. Раз, два. Осторожней. Осторожней, ваше высочество. Не беспокойтесь, товарищ пациент. Ваше высочество. Достаточно. Прыжком ноги на ширину плеч, да? Зачем? Наклоны к левой ноге. Начинай. Раз, два, три, четыре. Раз, ой, два, осторожней. Три, четыре. Ваше шахматное раз, высочество. Два, осторожней. Три, четыре. Достаточно. Прыжки. Начинай. Раз, шагом марш. Стой. Молодец, принц. Если каждый день так будешь заниматься по 10 минут и обтираться мокрым полотенцем, тебя через месяц никто не узнает. Я твой совет согласен слушать, но я хочу ужасно... Есть! Есть! Умница. Вот видите, аппетит появился. А я очень рад. Я ужасно рад, что успели познакомиться, пока искал свой портфель. Чаю, кофе, молока, сыра, хлеба и бутерброда. Что? Молодец! Что скажет королевский врач, наш строгий доктор Кукарач? Скорее, чтоб не было беды, 100 капель на стакан воды. Быстрее из того горшка 5 чайных ложек порошка. Давай лекарства! Ай да принц! Что вы делаете? Что вы делаете? Ура! Ай-яй-яй, что вы делаете? Это же заморская микстура. Смотри, молодец, Лив. О, королева козырей! Мой плащ испорчен. Я надел его в первый раз, чтобы предстать перед очами несравненной двуличия. Предстаньте перед вашей интриганкой. Отдайте вот им химчистку. Вот здесь, пожалуйста. Сразу спесь слиняет. Наш принц смеется, он здоров. Какой удар для докторов. Наш принц смеется, он здоров. Какой удар для докторов. Наш принц смеется, 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 наш принц смеется. Кто разрешил открыть окно? Кто дал больному встать с постели? Я разрешил. Да как вы смели? Зачем ему лежать в постели? Я тоже, кажется, заговорил стихами. В кровати! Принц же совсем здоров! Правда, Чехалия? Извольте лечь в постель! Смертельно вы больны! Вы губите себя! Вы как мертвец бледны! В кровать не лягу! Я здоров! Я ненавижу! Лекарей! Правильно! Ура! Браво! Молодец, принц! Ой, кто это, король? Мой сын здоров, не верю, это сон. Кто вылечил тебя, скажи скорее. Он. Чтоб вас благодарить, поверьте, мало слов. Прошу вас извинить, забыл я ваше имя. Андрюша. Андрюша? Да, Попов. Попов? Отныне вы равны с фигурами моими. Да что вы, я пионер, ученик 5-го Б класса. Я не хочу быть шахматной фигурой. Что вы, что вы? Чтоб грустной музыки я больше не слыхал.
Печалиться сегодня нет причины. В честь своего единственного сына я назначаю карнавал. Ничего, завтра тетя им устроит карнавальчик. Подан.